Лодочный мотор Марлин, 20 лошадей, 4-тактник ВРС. Топовый аппарат, это полная копия современной Ямахи 20-ки. Они идут на румпеле с электрозапуском и на дистанционном управлении с электрозапуском. В данном случае как бы полный фарш, это дистанционная модель с электрозапуском, с электрическим оборудованием, 4-тактник. Причем, знаете, в чем фишка, что эту 20-ку можно купить с документами 9.9. Есть такие же аппараты у нас 9.9 Pro, ВРС-ки, которые по факту переделанные 20-ки. Ну, как бы тут что уж кривить, просто берется 20-ка, по документам шильда переделывается, и вы можете его ставить на лодку без как бы постановки на учет, его эксплуатировать. Аппараты очень достойные, сколько мы их не продавали, по ним очень хорошие отзывы, очень тихо работают. Гарантийных обращений с ними не было еще ни одного. Так что если вы хотите сделать себе лодку, риб, либо надувную лодку там в дистанции, либо, например, какую-нибудь казанку в дистанции, да, размером до там 4400, вот вам супер-пупер решение на сегодняшний день с учетом неадекватных ценников на японцы. Гарантия 5 лет. Моторы очень-очень достойные моторы. Ждем такую линейку, кстати, профессиональную, ProLine. Когда она будет, не знаю, будет ли она в этом сезоне. Но сейчас у нас вот пока есть такие аппараты. Вот. Имейте в виду, достаточно ликвидный и дефицитный комплект.